Богатый урожай зреет на полях колхоза «Путь к коммунизму» Ершовского района Саратовской области. Председатель артели Николай Михайлович Турженко и агроном Николай Алексеевич Шустов рассчитывают получить не менее 16 центнеров ржи с каждого гектара. Хороши в колхозе и всходы кукурузы. Всего под эту культуру здесь отведено 850 гектаров. Механизаторы артели с помощью шефов Ершовского локомотивного депо своевременно отремонтировали всю технику. Уборочные агрегаты укомплектованы кадрами. Идет последняя проверка машин.